Следующий вопрос. Ахир вакт аль-джума. Когда заканчивается намаз джума? Кали ибн Раджаб, сказал ибн Раджаб, амма ахир вакт аль-джума. Что касается конца времени намаза джума, фау ахир вакт аль-зухр. То он заканчивается тогда же, когда заканчивается намаз зухр. Хаза ва кавл джумур аль-улама. Это мнение большинства ученых. Это мнение Абу Ханифа, Суфьяна Саури, Аль-Хасана ибн Хайя, имама Малика в одном из ревиатов от него, имама Шафи, Ахмада, Абдул-Азиза, ибн Маджишуна. И ибн Аль-Касим передал это мнение также от имама Малика. А ибн Аль-Касим передал это мнение, точнее, передал мнение от имама Малика, на ахир вахтя грубышем, что конец времени намаза джума – это закат солнца. То есть два мнения в этом вопросе. Мнение большинства ученых, что джума заканчивается тогда, когда заканчивается зор. И мнение имама Малика, что джума заканчивается, когда заходит солнце, с заходом солнца. قال أبو عبد الله قول الجمهور هو الصواب. Говорит شيخ محمد الغزالي мнение большинства ученых является правильным. لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. И довод на этот хадис Абу Катады у имама Муслима, то что пророк صلى الله عليه وسلم сказал. أما إن أوليس في النوم تفريط. Нет ничего страшного, если человек спит. إنما تفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. Но страшно, если человек не совершит намаз до того времени, пока не придет время другого намаза. То есть в этом указании то, что обычная основа, то, что время намаза длится до захода следующего намаза. А после намаза джума какой намаз идет? Аср. Соответственно, когда заходит аср, уже заканчивается время джума. Этот хадис насун аля анна салат джума янтахи вакта абидухуль вакта салат аср валлаху алим. Этот хадис, из него берется то, что намаз джума заканчивается тогда, когда начинается намаз аср. Понятен вопрос? Значит, джума заканчивается тогда, когда заканчивается намаз зухр.